спиноги, значит, есть детский рынок, который мы живем, они есть большой торговый центр. И мы туда пошли, думали, будет приличнее, чем на улице поесть. Ну вот, и решили зайти в местный фудкорт. И местный фудкорт, оказывается, выглядит вот так вот. Причем на части вот таких вот лавочек, короче, все слово даже по-английски, а просто тупо китайские иероглифы и сюда. Только по картинке можно догадаться, что, как и где. И сколько стоит. Ну вот так вот. Даже в Джакарте мы таких хреновых фудков не видим. Китайский стиль называется. Я буду есть сизлигнул.